27 миллионов гривен нагрели коммунальщики в Днепропетровской области на завышенных тарифах. Это данные местной прокуратуры. Расследование показало, что поставщики тепла и воды заложили в свои расчеты несуществующие банковские услуги и инвестиционную составляющую. В отношении 4 руководителей коммунальных предприятий Кривого Рога, Павлограда и Днепра открыто уголовное производство. В общей сложности обвиняют 7 человек, а пока областная прокуратура договорилась с профильной нацкомиссией о пересчете тарифов, чтобы переплата пошла в счет будущих периодов. Зараз мы направили до суду 6 криминальных проваджень відносно 7 підозрюваних. Це різні статті Кримінального кодексу. Вміняли в різних випадках по-разному. Це і службова недбалість, яка призвела до цього, і зловживання службовим становищем, а також привласнення в особливо великих розмірах грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем.